Новосибирске на первом этаже торгового центра «Аура» открылась ярмарка от Абхазии до Камчатки. Сотни товаров, мясные, рыбные деликатесы, сладости. А самая главная особенность ярмарки – всю продукцию перед покупкой можно продегустировать. Спасибо. Продукция на любой вкус. Мясные изделия, телятина в гранатовом соку, молочный ягненок, кавказский хамон. Рыбные деликатесы, красная икра премиального качества, твердые и мягкие сыры в ассортименте. Ароматный краснодарский чай с натуральными добавками и полезные сладости без сахара. Посетители ярмарки признаются, хочется попробовать все. И возможность такая есть. Глазами ты видишь, ты не понимаешь, что это такое, а когда на вкус. Очень понравилась вот оленина в клюквенном соку. Пальчики оближешь. Мимо такого пройти невозможно, конечно. Я, в принципе, эти сыры люблю, но когда дают попробовать, взяла еще плюс копченому сыру, еще и другие, и масло прихватила с собой. Вот каждая витрина и красиво украшена, и очень вкусно. Взяла халву турецкую. Хочу вот бастурму взять. Фермеры ярмарки от Абхазии до Камчатки готовят из лучшего сырья с соблюдением вековых традиций. Большой выбор твердых сыров из Сочи сроком выдержки от 2 лет. Например, эта позиция карамельно-ореховой под названием «2002 ночи» вызревал 6 лет. Приветливые продавцы всегда дадут продегустировать, чтобы каждый мог найти свой неповторимый вкус. Производители не используют добавки и консерванты, продукцию готовят небольшими партиями специально под каждую ярмарку. Многие сибиряки здесь бывают не первый год. В качестве товаров уверены. Наша российская продукция успешно конкурирует. Я даже думаю, что лучше гораздо, чем импортная. Потому что в импортной продукции очень много различных красителей, ароматизаторов. Нужно понять, какого качества продукция. Кто у каждого, так скажем, продавца есть свои рецепты. Вкусненькое мяско взяли, хамон взяли. И так набрали. Так сказать, душу отвести. Видно, что люди знают свой товар, любят свое дело. Мимо такого ассортимента, конечно, пройти невозможно, потому что выглядит просто потрясающе. Мы взяли финики, потому что нам сказали, что какие-то иранские волшебные, маленькая косточка и очень много мякоти. На ярмарке настоящее изобилие вкусов. Среди ассорти приправ особой популярностью пользуется гранатовая смесь. Она идеально подойдет для маринада мяса, но можно употреблять и с творогом. Естественно, абхазская острая, но также у старшего поколения особо популярны борщевая и радужная. У них насыщенные вкусы, они мало расходуются и дают тот самый аромат борщу. От дальневосточных деликатесов до южных специй и приправ вы точно не уйдете с пустыми руками. Ярмарка от Абхазии до Камчатки работает с 13 по 23 октября в ТЦ «Аура».